момента основания Bestway в 2014 году деятельность кооператива находится под пристальным вниманием органов государственной власти и средств массовой информации. В то же время в медийном пространстве нередко появляются материалы негативного характера, компрометирующие работу ЖК. На пресс-конференции была дана четкая и однозначная оценка, документально подтверждающая, что деятельность Bestway находится строго в правовом поле. Александр Майоров представил собравшимся заключение экспертизы, проведенной ведущими российскими и зарубежными специалистами по юридическим и экономическим вопросам. Всестороннее комплексное исследование кооператива проводилось в общей сложности по 79 критериям, определенным Центробанком России. Также была получена соответствующая оценка от Росфинмониторинга, так называемой финансовой разведки. Деятельность кооператива не по одному из признаков, определенных Центральным банком России, как деятельность с признаками финансовой пирамиды не подпадает. Какого-либо рода предположения со стороны официальных и неофициальных лиц по подозрениям в деятельности, направленной на мошенническое изъятие у граждан денежных средств, злоупотребление доверием, относящимся к признакам финансовой пирамиды, не подкреплены какими-либо фактами, событиями, доказательствами и профессиональным мнением. Вывод довольно четкий, понятный, все совершенно ясно, конкретно и понятно. На пресс-конференции был затронут важнейший аспект, касающийся разработки законодательной базы в области жилищной кооперации. Принятие соответствующих правовых инструментов позволит значительно повысить эффективность работы ЖК, придаст новый импульс в развитии кооперативного движения в России. По данным Минстроя Российской Федерации, 45% россиян желают улучшить жилищные условия. Населению необходимо предоставить доступные, самое главное, безопасные инструменты покупки недвижимости. Решением данного вопроса на сегодняшний день является инновационная модель кооперации, реализованная через ЖК Bestway. Мы полностью отвечаем и посланию президента, и полностью отвечаем запросам населения. Мы действительно помогаем людям. Действительно выгодная программа без процентов приобретения жилья. Мы показали эффективность, показали состоятельность этой модели. Это в целом добро для государства. Это подъем экономики государства. Это формирование человеческого капитала. И гарантии. Гарантии гораздо больше, чем в любой другой форме приобретения жилья. Потому что только два варианта. Либо жилье, либо 100% возврат денег. Другого варианта просто нет.